А вот такие семена я сегодня взяла, смесь. Тут что-то их много столько. Вот тут вот разные. Вообще белый очень хороший биба сорт. Но его сейчас нет. Он иностранный сорт. Импортные были пакетики сейчас, наверное. Ну, сейчас я не видела такие в продаже. Ну, вот такой вот взяла. Вот. И вот такой вот баклажан. Огурцы сажаю вот такие с пучковой завязью. Реально огурцов море. Из одного вот узла много-много огурчиков. Но сегодня вот тоже женщины хвалили. Там, где семена продают, обычно огородники-то стоят, обсуждают. И вот хвалили вот этот огурец. Я взяла. И хвалили вот этот томат. Орлиное сердце. Вот. Все его покупали. Мелкие я не люблю, но внучка Василиса любит. Это я для нее обычно сажаю. Вот. Вот. Гигантеллу взяла. Но говорят, уже поздно сажать. Хотя здесь написано, что, по-моему, до марта можно. Вот, январь, март написано. Ну, 10 семечек. Попробую посажу. Когда-то сажала, хорошо всходили, но херня выросла, какие-то мелкие. А я хочу крупную. На рынке тоже покупаешь, и бывает обманывают. Не всегда тот сорт продают. А вот перцы люблю толстостенные для фаршировки. На зиму мы не заготавливаем. Ну, в общем, надо сажать. Надо сажать. Хоть и говорила, не буду в этом году сажать. Мы будем путешествовать. Но в теплице Тимур сделает капельный полив. Теплицу мы все равно засадим.